Якутский фильм «Костер на ветру» признали лучшей драмой 17-го международного кинофестиваля Imagine Native. За главную номинацию боролись 7 работ. Напомним, что «Костер на ветру» принимал участие в Пусанском кинофестивале. Тогда состоялась мировая премьера фильма. Азиатский кинокритик Мэгги Ли назвала его одним из талантливых неазиатских инди-картин. Действие ленты происходит в якутском селе. Главный герой, уважаемый старик Игнат, живет со своим единственным сыном и занимается мелким ремеслом. После бурных гуляний сын Игната случайно убивает своего друга, сына одного из сельчан, после чего начинается конфликт между двумя отцами. Фильм повествует о трагедии и отчаянных поисках счастья, о чувстве вины и искуплении.